Подушки, у меня, по крайней мере, сумка под башкой. Я его махать не буду. Летний спальник и зимний. Кто спотеет, кто замерзнет, сейчас проверим. У нас палатка стоит не очень удобно. Очень неудобно палатка стоит. По-моему, мы скатываемся куда-то. Очередной зацеп. И чья-то кормушка. Достали приманку и чью-то кормушку. Ну что, цепь Аурус работает. Единственное, чтобы он безотказно работал, вертлюги надо ставить побольше на поводки. Или поводки с хорошими вертлюгами. Пятая приманка спасена.
карпов в пруд. Валер, помаши. Поставили маленькую палаточку. Сегодня будем спать в спальнике, который я вот всем рекомендовал взять по супер цене. В два раза дешевле, чем в магазинах. Один такой совсем летний, как одеяло, он превращается в конверт. И второй Defense 4/1. Боюсь, мне будет даже в нем жарко. Вот так вот. Вот такой пруд здоровый. 1500 стоит путевка. И без ограничения ловим. А коньячок под шашлычок очень вкусно. Вот такая плита турист. Вот такая ветрозащита. В эту плиту устанавливается вот такой газовый баллон. В баллончике есть прорезь. Здесь также есть выступ. Прорезью вверх. И здесь есть педалька. Эту крышку снимаем. Комфортку, как это называют. И нажимаем на педальку. Все, баллон установлен. Одеваем, переворачиваем. Одеваем эту штучку. Плита турист работает от маленького газового баллончика. Покупая такую плиту, обязательно берите ветрозащиту. Лишним не будет. Первые наши поездки были без ветрозащиты. Готовить было невозможно. Ну, а тут дядя Валера делает угли под мясо. Что там за ныку? Это лишнее. Это всегда должна быть.
потом осталось, да? Да. Ты про этот хлеб не рассказывал? Нет. Ты там же напротив взял. М? Там же напротив взял, да, вот это? Где? Да. Черемушка. Вообще тащит, тут вообще даже голову. Где? Где? Сейчас камера достанет. Иди сюда, сейчас попробую увеличить. А, вижу, вижу, да, 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 тут же далеко. Что камера? Да. Ну все, я у него под ногами. Чуть психанул. Ну хорош так. Надя выпускает? А, нет, кладет. Нет, садок, но у нее... Аковская приманка стоит, и она заваливается сейчас. Снимай. Видите, она уходит налево. Выныривает в эту сторону. Направо, направо. Ну, если от нее смотреть, то налево. И мы ее что делаем? То есть, если приманка у нас уходит в эту сторону, сюда, то есть уходит в эту сторону, то мы вот эту петельку подправляем немножко вправо. То есть в противоположную сторону. В противоположную сторону, куда она заваливается. Сейчас мы перегнули петельку. И она заваливается уже в другую сторону. Значит, мы ее обратно подгинаем. Микронно все это делается. Вот она сейчас уходит вправо, если, ну, по ходу движения. Значит, мы ее подгинаем еще сюда. У аковских приманок, особенно у маленьких, есть недостаток, что у них проволока очень тонкая. Вот видите, она пошла уже прямо. Сейчас, секунду, еще разок. Смотри туда. Чуть-чуть-чуть. Вот приманка идет прямо. Туда прям, держи вот здесь прям, на одной точке. Еще проведу прям сам. Вот так выравнивается приманка. То есть, если приманка у вас заваливается налево, если она заваливается, скажем, ну, по ходу движения в эту сторону, то есть выныривает в эту сторону, то вы петельку, за что крепится ваш карабин, подправляете в противоположную сторону, подгинаете, только микронно, то есть в правую сторону, противоположно, и добиваетесь ровной игры. Если вы перегнули, и приманка уходит уже в другую сторону, скажем, в правую по ходу движения, значит, немножко обратно отгинаете и добиваетесь, пока она идет прямо. Так спасаете приманку. Зацепили воблерок. Сейчас я вам продемонстрирую отцеп Валрус. Дома я показывал. Многие говорят, на речке-то его пробовал. Сейчас я вам покажу. Спасена. Вот так. Печку хочу сделать, пусть уходит. Герман Крюгер. Красиво на нем. Маленькая, да? А, прям под берегом схватила, шла оттуда.
Подожди, тогда я не шевели. Понял, да. Вода мутная. Вот говорят, что щука хватает за это, за хвост. Вот сколько я ловлю, она все время поперек берет. Эх, не повредить, аккуратненько. Аккуратненько. Радутина прям за ним целенаправленно шла. Есть на акву. Интересно, кто это у нас тут? Щучка. Щучка. Такая красотка на акву. Ну что, попалась? Соня, 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 голову подними. Сюда смотри. Поймал.
Ух, вот это. Да. Вот это фарт. Все, сидит. Все? Да. Ну, не зря приезжали. Да, все уже. Красавец. Феникс. Знаешь, на что взял? На червя. 100%. Червь с селедкой. С селедкой, да? Да. Так. Потащил хорошо, да? Ну, потащил сразу, резко. Ну, такого какого-то сопротивления бешеного не было. Так, родной, как же тебя тут? Ну, у меня занепруха такая, а? Надо было мне в этот момент отойти. Ой, да. Красивый. Ух ты! Ой, это Фёдор. Да, Фёдор. У хороший. Оп. Хороший, да? Может, на селёдку делает. На селёдку? Ну, червь с селёдкой, да. Вместе, да? Ага. Это у пряного посола, да? Да как говорят, это... вон продается, который в магазине. Да я случайно после вчерашней гулянки осталось. Взял себе, не стал выкидывать. Так. Как же это до распутывать-то? Ты смотри, какой красивый. Да? Ладно, потом. Ну, в садок-то влезет, нет? В этот нет. Так, это не характер. Вот мы в чем спали. Я замерз в этом. Да. Вот такое тонкое, скажем, покрывальце. Ночью было сколько там, плюс 8, плюс 9, но где-то холодновато. Плюс 10, да. Холодновато. А я спал вот в таком мешке, который я вам уже показывал в обзоре. Это Defense 4, Каринтия, Австрия. Он Defense 4-1 называется. Потому что он без утяжек идет. Вот в нем мне было, я бы сказал, даже жарковато. То есть, ну, наполовину я застегивался, а здесь дальше просто сверху. Накрывался. Вот шведер, или как вот тот зелененький, который я вам показывал, тоже когда тестировал, вот в нем было бы как раз самое комфортное, наверное. Ну а так спальники выручили, в принципе. Валера, правда, замерз в тонком. Тонкий, это, конечно, вообще вот, наверное, куда-нибудь на Ахтубе, наверное, да? На лето совсем. Да. Вот так вот. Ну, ребята, мы сейчас у нашего соседа, который поймал осетра недавно. И вот новшество. Селедка. На что был пойман осетр. Обычная сельдь, кусковая. Да. Купленная в магазине. Филе. Филе. Плюс там был еще насажен червь. Червь, да. И вот такой вот результат, господа.